Добрый вечер, любители видеомонтажа. С вами Дензи Кис. У нас мелкая неприятность. Тот способ трансляции через FMPEG с помощью муксера FIFA, о котором я рассказывал в предыдущем видео, перестал работать корректно. Поэтому я решил перезаписать видео с помощью стандартного муксера FLV. Для начала давайте поглядим требования для трансляции от YouTube и Twitch TV. Support Google.com. Help Twitch TV. И так как мы теперь будем стримить с помощью FLV, неплохо было бы зайти в документацию FLV и прочитать некоторые особенности данного муксера. Также при подготовке видео мной были использованы сайты x264fmpeg mapping, где указаны настройки для кодировщика либо x264 и как они выглядят в fmpeg, а также помощь сайта x264settings, где подробно рассказано о каждой настройке либо x264. Для удобства я выписал все требования в текстовом виде и указал их FMPEG-у. Сегодня я рассмотрю пример лайвстрима на YouTube и стрима заранее записанного видеофайла на Twitch TV. Для YouTube я использовал в качестве входа видео Screen Capture Recorder, виртуальное устройство, и в качестве захвата аудио я использовал Virtual Audio Capture. В вашем случае, чтобы посмотреть, какие девайсы доступны для захвата, нужно воспользоваться командой FMPEG List Devices. Как обычно, все ссылки и команды будут в описании под видео. Также я настроил кодировщик LibX264 таким образом, чтобы он запустился на моем слабом компьютере. Для владельцев современных видеокарт, разумеется, нужно воспользоваться аппаратным ускорением и вместо LibX264 воспользоваться NVENC, у которого свои собственные настройки. Но также у видеокарты есть свои собственные блоки, выделенные под кодирование видео, поэтому вы получите значительный прирост, воспользовавшись NVENC и аппаратным ускорением. После того, как вы зашли на свою страничку YouTube, нажали «Создать трансляцию» и указали название трансляции, заставку трансляции, теги и прочее, YouTube готов получать пакеты от кодировщика. Соответственно, Ctrl-C, Ctrl-V в окно команд, и ваша трансляция на YouTube запущена. Конкретно в моем случае трансляция будет плохого качества, так как качество трансляции подогнано под мощности моего железа. Единственный тонкий момент, который я хотел бы указать, это для муксера FLV необходимо указать следующий флаг: Flux плюс Global Header. С
помощью данных настроек я записал сэмпл видео FLV для того, чтобы в дальнейшем проанализировать его с помощью утилиты MediaInfo и убедиться, что мы выполнили все требования, которые к нам предъявляют YouTube и Twitch TV. Но об этом несколько позднее. Трансляция для Twitch TV. Она в каком-то смысле немного проще, потому что нам заранее ничего указывать не нужно. Мы просто делаем Ctrl-C, Ctrl-V в окно команд, и наша трансляция на Twitch TV запущена. Какие тонкие моменты в данном способе трансляции заранее записанного файла? Ну, во-первых, для FLV нам нужно указать Flux Global Header. Во-вторых, нам нужно указать Flux No Duration File Size. И в-третьих, нужно подобрать RTMP сервер для того, чтобы минимизировать задержку. Если YouTube нам предлагает два сервера на выбор, это RTMP-A и B-RTMP, то Twitch TV предлагает на выбор несколько серверов, и целесообразней выбрать тот сервер, который имеет наименьшую задержку от вас. Я нахожусь в России, поэтому я выбрал сервер, который находится в Польше, в Варшаве, и его адрес выглядит следующим образом: WAV02 Contribute Live Video Net App. И далее вы указываете свой ключ трансляции. И еще одна тонкость. Во всех руководствах, которые можно найти в интернете, написано, что для трансляции заранее записанного файла необходимо только указать ключ RE перед I. На самом деле это не так. В моих тестах повтора данного видеофайла не было, а трансляция обрывалась по завершении видеофайла. Поэтому нам необходимо указать дополнительный параметр для входного файла streamloop-1. В данном случае streamloop-1 означает, что стрим будет повторяться бесконечно. Если мы укажем 0, то это один раз. Если мы укажем здесь какое-то число, например, 99, то стрим повторится 99 раз. Ну что ж, все тонкие моменты я разобрал. Осталось только проанализировать в MediaInfo, выполнили мы все требования по трансляции, которые предъявлял к нам YouTube и Twitch TV. Для этого я проанализировал сэмпл с помощью MediaInfo. Давайте вкратце осмотрим. Кодировщик LibX264, профиль main, левел 4.1, есть кабак, один референс фрейм. MediaInfo имеет некоторую особенность, то что он читает референс фреймы не из видео, а читает их из декода буфер Pictures. И так как мы указали два бифрейма, соответственно, два бифрейма нам дают один референс фрейм, также бипирамида нам дает один референс фрейм, и сама настройка референс фрейм также дает нам референс фрейм. Бипирамиду мы выключили, но бифреймы нам дают один референс фрейм. Поэтому, читая буфер, MediaInfo выдает информацию, что у нас два референс фрейма. На самом деле у нас один референс фрейм. Битрейт у нас постоянный,
6000 килобит в секунду. Соотношение сторон, кадры и субдискретизация цветового пространства. Кодирование у нас прогрессивное. Ну, вот, пожалуй, и все. Все требования, которые к нам предъявлялись, мы выполнили. Настройки аудио, здесь нет ничего особенного. Разве что я указал профиль AAC в настройках FMPEG. Битрейт 156. Но максимальный битрейт 320 допускается. Поэтому я указал максимально допустимый битрейт 320 килобит в секунду. Также AAC у нас кодирует с постоянным битрейтом, и 320 нам даст максимальное качество аудио. Ну вот, пожалуй, и все. Все, что требуется от человека, это Ctrl-C, Ctrl-V, и вы можете запускать свою трансляцию с помощью FMPEG. В следующем видео я укажу, как можно с помощью FMPEG делать рестрим на такие популярные площадки, как YouTube, Twitch TV, ВКонтакте, Trovo и Facebook. Надеюсь, видео было вам полезным. Увидимся!